Тоннель Бертова готовит проект на проспекте, читает перфекто, все мутим конкретно, киберспорт сжигаем, пропасть попадаем, много игр проходим, рекорды вставляем, черный гелик стоит, а рэпчик качает, мы киберспортсмены, весь день все играем, долгая тема, а тянуть не надо. Эми Шарфол, я прошел за 2 года, PUBG Mobile играл, палил всех очень четко, разные игры прошел с первого вдоха, мутим задумчиво, много вопросов, зачем я играю, зачем мне рэп-тексты, конечно, конкретно отвечу, мутить не надо, творчество Дон Альберто сияет с первого взгляда, второй взгляд все колет, глаза не тращьте, пишу за свободу, киберспортсмен в квадрате, был майнкрафтером, играл в это тоже, классная игра, с модами лагает, конечно, продолжаем мыслить, о чем-то мы пишем, киберспорт отличный, если играешь в границах, игра расслабляет, все тело конкретно, надо четко играть, не курить сигарету, рядом с компьютером, кактус забавный, помогает глазам, защита иностранна, вода помогает, после игр взбодриться, и мыслить нормально, а не спалиться, спалиться о мыслях, где лежишь на просторах, на островах Бора-Бора, к примеру от слова, киберспорт отличный, если правильно играешь, главное жизни забыть, в играх взлетай, сесть интернета, много всяких игр, к примеру Агарио, игра все там прилично, продолжаем мы темы, с нотами радости, важно, но проблема, йо, много моментов, где надо думать, чтоб был балаган, пою я по радио, музончик отличный, Дон Альберто с докладом, доклад внукратный, листья мигают, принтер дел серых, и мы взлетаем, черный весь космос, белая ракета, звезд бесконечности, все где-то. Подпишись, смотрите на канал Дон Альберто, чтоб был мирный контакт с инопланетной планетой, йо. Подпишись, смотрите на канал Дон Альберто, йо. Чтоб был контакт мирный с инопланетной планетой.